ряд представителей армянских властей назвали вот проблемы, которые возникли у армянских экспортеров на КПП «Верхний Лаз», политическим давлением на Армению. Вот как комментируете эти заявления и в целом вот ситуацию, которая сложилась на Верхнем Ладсе и проблемы с пропуском? Да, во-первых, это ряд представителей армянских властей посчитали политическим давлением, а ряд представителей армянских властей не посчитали. И второй момент, который доказывает, что это не является мнением всей страны, и тем более всего политического истеблишмента в Армении, является тот факт, что вот буквально недавно, на днях состоялась консультация по линии Евразийской экономической комиссии в рамках диалога профильных ведомств России и Армении как раз по вопросам, которые возникли у армянских коллег вокруг пропуска грузов через многосторонний автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс, а также по поставкам армянской сельхозпродукции. Встречи носили предметный, конструктивный характер. Обговаривался комплекс мероприятий с обеих сторон по поиску взаимоприемлемых развязок. Существуют механизмы, которыми в случае возникновения проблем можно и нужно пользоваться, как это происходит и сейчас. Ну а потом, мне кажется, вот этому ряду представителей, которые считают, что на них оказывается политическое давление, стоит прочитать армянские средства массовой информации и задуматься, не оказывают ли на российских представителей вот это самое политическое давление путем оскорблений, распространения фейков, дезинформации и так далее. Всегда стоит заглянуть в зеркало, прежде чем обвинять других.